С моей стороны это огромная польза, я искренне рад, что это сейчас все происходит, потому что по предыдущим заявлениям вице-губернатора Саратовской области, по предыдущим заявлениям заместителя начальника главного управления МВД по Саратовской области, речь шла о квалификации именно захвате отдела полиции, что является тяжкой статьей, и если мне сейчас инкриминируют непосредственно данное административное нарушение, согласно Конституции мы знаем, что два раза отвечать по одному и тому же преступлению закон невозможным считает, но в силу того, что мы живем в России, в принципе, наверное, на это тоже можно закрыть глаза, но это хотя бы какая-то гарантия того, что по уголовной статье меня дальше привлечь не смогут. Потому что, как заявлял господин Остапович, заместитель начальника по общественным отношениям ГУВД МВД Саратовской области, это ваша вина, здесь оружие, здесь отдел полиции, виноваты в этом вы. А позже господин Пивоваров на заседании в областной думе делал похожее заявление, что вами будут заниматься следователи, правоохранительные органы, что все в целом говорило о том, что вот это громкое заявление, ну, по крайней мере, которое громко было воспринято о движении в Государственную Думу, власть восприняла как призыв к действию, что нужно этому всячески противодействовать, и вот мы видим конкретный результат, прям незамедлительный. Вот. Очень интересно, что в ходе изучения доказательств нам был предоставлен список, вынуждены были предоставить список. На территории Саратовской области 15 человек было оштрафовано за участие в акции 31 января. Большая часть из них получила общественные работы, другая часть получила штрафы. У некоторых дел до сих пор находится в стадии рассмотрения, по крайней мере, это следует из документов. Очень важно, что ни один из 15 участников не был признан организатором данной акции, а значит, у правоохранительных органов нет оснований говорить, что эта акция была незаконная, что само по себе абсурдно. Так что так. Перерыв объявлен на 10 минут. Я, с вашего позволения. Спасибо.